Александра Куцевол поделилась с подписчиками Инстаграм подробностями жизни с покойным певцом. Гражданская супруга ушедшего из жизни бывшего солиста группы «Иванушки Интернешнл» Олега Яковлева Александра Куцевол рассказала подписчикам своего Инстаграм о тайном соглашении, которое она заключила с певцом летом 2014 года. По ее словам, Олег попросил возлюбленную похудеть к 23 августа того года, для чего пара даже заключила письменное соглашение, в котором были прописаны все условия. Нашла в своих архивах наше соглашение с Олегом Яковлевым. Олег всегда был большим ребенком, мы постоянно смеялись, шутили. Знаете, такой бесконечный детский сад. Мы с ним постоянно дурачились, и эта записка не исключение. Уже не помню, кто когда выиграл в этой сделке, но на сегодня мой вес как раз такой, какой хотел Олежка. Думаю, он это видит и знает, и даже улыбается, прокомментировала снимок Александра Куцевол.